Написать пару теплых слов, пожелать сил и напомнить, несмотря на сотни километров расстояния, их ждут дома. В Химках прошла акция «Открытка на фронт». Все желающие посетители галереи Горшина смогли присоединиться к доброму делу и поделиться своим теплом с теми, кому сейчас так важна поддержка. Конечно же, мы пожелали нашим бойцам бодрости духа, поблагодарили их за их труд, потому что они делают очень важное дело для нашего сегодняшнего дня и для нашего будущего. Письма за ленту пишут не только дети. К солдатам, которые сегодня защищают честь и свободу страны, обращаются и их ровесники. Взрослые мужчины и женщины тоже находят слова, чтобы подбодрить соотечественников. Для наших ребят, которые находятся там, это очень важно – услышать, прочитать добрые, теплые человеческие слова. Таким образом, вот простыми действиями мы хотим поддержать эмоциональное состояние солдат, находящихся сейчас в непростой ситуации. К слову, поддержка тех, кто взял на себя ответственность за защиту страны, не ограничивается письмами и открытками. За время проведения СВО в городском округе собрали сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Необходимые предметы полевого быта, продукты, медикаменты и средства первой необходимости регулярно отправляют в зону боевых действий. Грузы доставляют и гражданским, беженцам и мирным жителям приграничных территорий. И словом, и делом в округе каждый день продолжают доказывать: мы вместе. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.